А жительницу Атырау приговорили к 8 годам колонии за попытку продать собственных детей. По данным суда, женщина вступила в сговор с семейной парой о продаже своего ребенка. После одной удачной сделки она вновь забеременела и пообещала передать новорожденного сразу двум семейным парам за определенную сумму. Однако, взяв с них деньги, не вышла на связь. В результате потерпевшим причинен ущерб на 2 300 000 тенге. Родив второго малыша, подсудимая передала его другой, третьей семье, члены которые перечисляли ей деньги во время беременности. К преступным схемам по продаже были вовлечены еще 4 человека. Их приговорили к 3 годам лишения свободы каждого. Дело рассмотрено по апелляционным жалобам осужденных и адвокатов, которые просили отменить решение суда и вынести оправдательный приговор. Коллегия, изучив жалобы сторон, не нашла оснований для изменения или отмены приговора. Вердикт суда первой инстанции оставлен без изменения. Апелляционные жалобы без удовлетворения.